Всем привет! У нас сегодня мрачный осенний день, дождь, и в такой день хочется, чтобы в доме пахло чем-то вкусным. Интересно, а что печете вы в осенний, дождливый и мрачный день? Наверное, если бы я была в России, я бы пекла шарлотку. Но поскольку я в Ирландии, я решила испечь шарлотку, но только на ирландский лад. Ирландцы называют свою шарлотку apple cake или яблочный торт. Но на торт он у них совсем не похож, а больше он у них похож на яблочный хлеб. Тортом они называют этот пирог потому, что, как вы знаете, Ирландия – это островное государство. Много-много-много лет тому назад Ирландия была достаточно бедной страной, сахар был очень дорогой, поэтому все, куда добавлялось сахар, для ирландцев было десертом. И поскольку вот в этот хлеб добавляли сахар, то ирландцы назвали его яблочным тортом. Кроме такого пирога, ирландцы делают и несколько других яблочных пирогов, но сегодня мы остановимся на этом. Итак, что нам нужно? Я оставлю вам рецепт под видео. У меня здесь все разложено, сухие и влажные ингредиенты. Сейчас я вам все покажу. Здесь у меня просеяно 3 чашки муки, и туда я добавлю 1/2 чашки масла. Почему я говорю чашки? Этот рецепт традиционно написан в чашках, измеряется здесь все в чашках. Я пользуюсь вот такой чашкой, здесь 250 миллилитров. Так что можете использовать любую чашку, стакан, в который 250 миллилитров. Итак, что мы делаем? В муку кладем масло и размешиваем руками до тех пор, пока масло полностью не перемешается с мукой. Можно, конечно, натереть масло на терке, если оно у вас достаточно холодное. Но в Ирландии традиционно перемешивают масло с мукой руками, поэтому я тоже перемешиваю его руками. Старайтесь сделать это быстро, чтобы масло не растаяло. В давние времена ирландцы пекли этот пирог в чугунных сковородках или в чугунных кастрюлях, которые подвешивались над огнем или ставились рядом с открытым огнем. Сейчас, конечно, такого уже не увидишь, и мы с вами будем печь этот пирог в духовке. Вот такая у меня получилась масса, как очень мелкая хлебная крошка. Теперь туда я добавлю 1 чашку сахара, 1 столовую ложку разрыхлителя и щепотку соли. Все это я хорошенько перемешаю и добавлю специи. Вот здесь у меня смешаны корица, промолотая гвоздика и мускатный орех. Я их добавляю сюда же в муку и хорошенько все перемешиваю. Я делаю такой пирог достаточно часто, поэтому сразу вам скажу, запах молотой гвоздики очень-очень сильный, поэтому если вы его не любите, то не добавляйте или добавляйте совсем немножко. Кроме этого, я добавлю сюда ванильный сахар. У меня здесь было 0,5 пакетика, это примерно 1 столовая ложка. Так, сухие ингредиенты мы перемешали. Теперь я отложу их в сторонку и займусь яблоками. В этом пироге не может быть много яблок по определению. У нас яблоки продаются вот в таких упаковках. Это яблоки специально для приготовления пирогов, для приготовления начинки для пирогов. Называются они брамли или cooking apples. Вот такая упаковка уходит на один пирог. Сейчас я их помою, почищу, выну серединку и порежу большими кусками. Как я сказала, яблоки я буду резать на, вот так, на 8 частей. И вот такими большими кусками. Я их сразу сыплю в муку и перемешиваю, чтобы яблоки не потемнели.
Итак, мы смешали яблоки с мукой и со всеми сухими ингредиентами. Теперь займемся молоком. Здесь у меня 3/4 чашки, это 150 миллилитров. Кладу туда 2 яйца и хорошенько перемешиваю. Я беру деревянную ложку, потому что ею действительно гораздо удобнее перемешивать тесто. Итак, молоко со взбитыми яйцами я добавляю в тесто. Все хорошенько смешиваю до однородной массы. Я уже включила духовку разогреваться до 190 градусов и приготовила форму, которую я выстелила бумагой и смазала маслом. Ну вот и все. Тесто у нас смешалось. Теперь мы его выложим в форму. Вот у меня форма. Она 23 сантиметра диаметром. Хорошенько разравниваем верх. Тесто получается вот такое густое. Его нужно хорошенько разровнять. Мешать это тесто действительно удобнее деревянной ложкой, а вот разравнивать все-таки лопаточкой удобнее, конечно. Особенность этого пирога в том, что он должен быть мягким внутри, но хрустящим сверху. Верхняя корочка должна быть хрустящей, поэтому я сверху посыплю его сахаром. Берем столовую ложечку сахара и вот так сверху присыпаем равномерно сахаром. Потом этот сахар растает и будет такая корочка. Вставлю его в духовку на 50 минут, потом проверю, готов он или нет. Духовка у меня разогрета до 190 градусов. Ставлю туда пирог на 50 минут. Оставим его на 5 минут в форме, затем вынем. Нет, ну что ты с ними будешь делать? Взяли вот и оторвали кусочек, даже не дали пирогу остыть. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, какая корочка, кстати. Я надеюсь, вам слышно. Корочка должна быть вот такая хрустящая. Ну, смотрите, взяли вот и откусили кусочек. Очень-очень мягкий пирог. Вот, кстати, его удобнее будет поднимать вот таким, вот такой лопаточкой. Смотрите, что получилось. Корочка хрустящая. Вам слышно? Вот сам пирог очень мягкий. Очень много яблок. Смотрите, вот прям яблочки вот так отпадают. Он еще теплый. Такой пирог в Ирландии. Сейчас я его вот так разберу. Смотрите, сколько яблок в нем. Такой пирог в Ирландии подают с курдом или с мороженым, или со взбитыми сливками. Вы можете... Я его специально так разобрала, чтобы вы посмотрели, сколько яблок. Вот такая вкусняшка получилась. Всем приятного аппетита! Ну что ты, откусил у меня кусочек, да? Ну, даже. Вкусно хоть было? Очень. Мороженое хочешь? Не хочу.